По меньшей мере 6 человек погибли в Мьянме за минувшие сутки в результате разгона манифестации против захвата власти военными. По данным местных СМИ, есть жертвы среди демонстрантов в крупнейшем городе страны Янгоне, а также в Багу и Мандалае. В Янгоне полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В соцсетях появились фотографии гильз от боевых патронов, которые, как сообщается, также используют силы правопорядка. Мировые информагентства сообщают и о массовых задержаниях. Среди 50 задержанных, имена которых известны, фигурируют как минимум 5 журналистов, в том числе видеооператор Associated Press и репортер местного издания Манива Газет. Накануне постпред Мьянмы при ООН был уволен после призыва к международным организациям осудить действия военных. После призыва к международному сообществу осудить действия военных и положить конец полицейскому насилию против мирных демонстрантов. О смещении руководства страны и введении чрезвычайного положения военные объявили 1 февраля.